Приветик, ребятка, мне только что экспресс доставкой какой-то, доставкой домой курьером привезли вот посылочку с Китая. Такое первый раз. Не знаю, что тут, что-то небольшое. Я думала, раз такая доставка, что-то, наверное, большое, потому что заказывала много чего. Так удивилась. О, это браслетики. Какой-то подарочек, видимо, положил продавец. Это браслетики, но их два я заказывала, а их три, а я заказывала четыре. Это, конечно, меня плохо удивило. Это что-то, я не знаю, какая-то штучка ненужная мне. Браслетики симпатичные, давайте откроем. Такая доставка, и, в принципе, эти браслеты уже недели три как в пути. Никакая не экспресс, а просто курьерская. Такой вот в стиле Париж. Сердечко, бесконечность, любовь. Вот такие вот. Ну, неплохой такой браслетик. Я скажу, это такой в украинском стиле. Украинский. С цветами. Голубой, желтенький. Вот такой морской, с бесконечностью, со звездочками. Ничего такой неплохой. И сова. Сова. Которая сейчас в моде. Я не знаю, почему еще одного браслета нету. Но будем возвращать деньги, что ж поделать. Вот смотрите, сова. Тоже красивая довольно-таки. Неплохой браслетик такой. Вот. Я не себе брала. То есть она подарки. И такая какая-то курьерская доставка странная. Привезла мне вот эти браслеты только что. Все, пока, ребятки. До скорых встреч.